Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Давайте выполним упражнение номер 164 на странице 89. Прочитайте. Всей семьей идут гулять ночью вдоль дорожек. Ёж – отец, ежиха – мать и ребенок – ежик. Самуил Маршак. Выпишите из предложения однокоренные слова. Выделите в них корень и окончание. Однокоренные слова «еж», «ежиха» и «ежик». Запишем эти слова «еж», «ежиха», «ежик». Выделим в этих словах корень и окончание «еж». Корень у нас во всех словах будет «еж». В слове «еж» окончание нулевое. В слове «ежиха» окончание «а». И в слове «ежик» окончание нулевое. От какого слова и с помощью какой части слова образовали слова «ежик» и «ежиха»? Выделите эти части слов знаком, где они находятся перед корнем или после корня. Посмотрите на схему на странице 73 и скажите, как называется часть слова, которая стоит после корня. Итак, слова «ежик» и «ежиха». Слово «ежих» образовалось с помощью части «их», «ежик» с помощью части «ик». Эта часть находится после корня. Значимая часть слова, которая находится после корня и служит для образования новых слов, называется суффиксом. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.